Привет! Спасибо, что зашли. Мне очень приятно. 1 декабря, и я получила сегодня боксик от Блисси. Декабрьский, естественно. Я, правда, не знаю, куда я это видео поставлю, потому что 1 декабря, открываем адвенты, все такое. Не знаю, когда вы увидите это видео, может быть, не 1 декабря, может быть, чуть позже, 2, может быть, 3. Не знаю, прямо сразу хочу сказать. Снимаю это видео с 1 декабря. Коробочка очень красивенькая, прямо повторяет дизайн адвент-календаря от Блисси. Вот прямо праздник-праздник, красивая. Открывается как этот ящичек. В прошлом году у нас тоже был такой же формат. Она, правда, была фиолетовая. Сейчас, кстати, принесу. Сейчас я вам ее принесу, забыла взять. Вот так выглядел боксик в прошлом году. Ну, тоже красиво, да? И вот так он выглядит в этом году. Прямо я рада, что я не выкинула его. Вот прямо красиво так все празднично. Ладно, это просто такое воспоминание, да? Боксик у нас под названием... Под каким названием, кстати? Le Grand Noël, Большое Рождество. Тут QR-код, все работает, все проверяла. В этот раз не буду ругать, QR-код работает. В этом месяце у нас был выбор между 3 продуктами от MAC, притом полноразмерными. Можно было выбрать либо тушь, либо блеск для губ, либо помаду для губ. Либо можно было выбрать travel формат 15 мл BB-крема, вот этого легендарного, первого BB-крема европейского. От марки Erborian. Там были разные оттенки. Можно было выбрать тот, который подойдет. Я думала, но в итоге я все-таки выбрала продукт от MAC. Я выбрала тушь. И у меня теперь этих тушей, не знаю, и так было безумное количество. А сейчас еще больше. Давайте начнем как раз тогда с этой туши, которую я выбрала. Выглядит она вот таким образом. Magic Extension. Тушь называется, и она обещает избавить нас от накладных ресниц, что, мол, все, закончили мы с накладными ресницами, они вам больше не нужны, у вас есть вот такая тушь. В этой туши, насколько я поняла, есть какие-то кристаллы, какие-то волокна размером 5 мм, которые прибавляют объем, и которые прибавляют длину, сюрреалистичную написано. То есть эти кристаллы, эти волокна будут прикрепляться к нашим ресничкам, да, и будут, естественно, их увеличивать. Мне это очень интересно. Пока я воздержусь открывать эту тушь, ну, как у нас у всех, да, вот там их огромное количество в использовании, поэтому немножечко подожду. Но эта тушь обещает, что будет очень-очень ярко выраженный объем и ярко выраженная длина, и ресницы будут казаться более густыми. Вот так выглядит, вот так будет выглядеть у нее кисточка, такая конусная немножечко, конусная у нее форма, достаточно длинная. Вот это полноразмерка. Я вообще-то довольна, я не ворчу, я довольна. Просто то, что у меня много туши, как бы никто не виноват, да, сама виновата. Второй продукт, кстати, вынула продукт, который мне меньше всего нравится, от марки Буклем. Марка Буклем, она рассчитана на вьющиеся волосы, да, вот букли, да, это когда вот... вьются. И это Curl Conditioner, то есть это бальзам для волос, чтобы ваши локоны, вот эти завитушки, были более красивые, более ухоженные и более заметные. Я не сильно люблю завитушки свои, да, наоборот, я люблю, когда у меня волосы более гладкие, более ровные, поэтому мне это совершенно не интересно. Единственное, что пишут, что будут увлажнять волосы, но увлажнение как бы я не против. 30 мл travel size. Третье средство от марки NYX. Мне кажется, этот крем многие знают. Часто он встречается. Называется Creme Fraiche.
de beauté. Crème fraîche, это, если перевести с французского, означает сметана, сметана красоты. И тут написано три в одном. Три в одном, потому что этот крем можно использовать тремя способами. Как увлажняющий крем, увлажнение на 48 часов, при том обещает. Как молочко для снятия макияжа. Да, не уверена, у меня жирная кожа. Я вообще не уверена, что это подойдет мне. Либо как маска-плампер. Тоже я как-то вот настолько сомневаюсь, что прям дальше некуда. Поэтому, скорее всего, я этот крем кому-то отдам, у кого кожа более сухая. И я не представляю, как можно пользоваться вот этим, чтобы снять макияж, чтобы, ну, в общем, не знаю. Мне это не очень нравится. Тут у меня 15 мл, это travel size. А при том, маска, марка хорошая, Nuxe, да, ничего против не имею. Но вот эти, когда одно делает кучу всего, я не люблю такое. Это что-то типа, знаете, вот помните, есть Omriolis, легендарный, так бы сказал, крем от них, да, скажем, которым пользуются все визажисты, ну, не все, многие визажисты, которые тоже и как крем, и как база, и как удаление макияжа. Вот это что-то похожее, это типа в ту сторону пошло. Вот, это третий продукт. Четвертая позиция, которая мне нравится, от марки Patika, французская марка, очень натуральная, очень био. Она как бы начинала как очень-очень люксовая, она прямо продавалась в каких-то таких закуточках. Я помню, первый раз я с ней познакомилась в Париже, в магазине Galeries Lafayette или Printemps. Скорее всего, Printemps. Нет, Lafayette, точно. Там был такой отдел, где были всякие такие эксклюзивные, редкие, нишевые бренды. И вот там Patika была. Вот я первый раз там это увидела. Это было много-много лет назад. Там была Patika, которых я запомнила. Там была марка Pai. И там была марка Melin & Goetz. Вот такие. Тогда они были нишевыми. Да? Тогда это что-то такое было очень редкое. И не все об этих марках знали. У них был отдельный этаж. Отдельный закуток, там были сидели такие очень такие высокомерные консультанты, которым так легко не подойдешь. И вот там была вот эта марка. Сейчас эта марка у нас практически в каждом боксе. Тут нам вложили маска крем реидратант интенс. Маска, кремовая маска, интенсивное увлажнение. Притом она обещает мгновенный эффект, но с длительным действием. То есть не просто вот вы сразу вас там, вы преобразились, но то есть это не быстрый, не на короткое время, а как бы этот эффект будет длиться долго. Я люблю масочки. Эта маска плюс еще содержит кислоты и прованский бессмертник. То есть где-то у нас тут в Провансе есть такое растение и мохтер, который каждый постоянно использует, марка L'Occitane, то есть тут тоже этот же бессмертник. И маска обещает увлажнение длительное, обещает защищать кожу от внешних воздействий и даже обещает укреплять кожный барьер. Я за это, вот этому я рада, полноразмерная масочка. И последний продукт. От марки L'Olivier de Léos. Марку я узнала, вот, в принципе, пару месяцев назад из журналов. И более того, я ее узнала не просто из журналов, а из боксов от журналов. Вот этот бренд был вложен в боксик от магазина Elle. Они вот что-то рекламируют эту марку. И в боксик от журнала Marie Claire. Вот эта марка пошла вот по журналам в начале, а сейчас она вот до Блиссим дошла. И тут у нас бархатный лосьон для рук. Это не полноразмерка, это 25 мл, travel формат. Написано, что это лосьон бархатный для рук на основе оливкового масла и оливковых листьев. То есть тут и масло, и листья, которые выращены, вот эти оливки, да, вот на этом участке под названием Léos, и которые находятся тоже в Провансе. То есть нам тут, нам,
два продукта прислали, да, прованский бессмертник, прованская олива нам сюда в Прованс. Окей, спасибо, будем знать, я не знала, что у нас такие вещи тут крутые есть. Шучу, конечно, знала. И написано также, сделано в Провансе, не во Франции, а в Провансе. Вот, вот такие продукты. Я не могу сказать, что они какие-то рождественско-праздничные, да, согласитесь. Какой-то больше тут уход, такой больше, скорее всего, зимний уход, чем на праздники. Да, это у нас, да, окей, это мейкап, я сама выбирала, тут вообще вопросов нету, довольно. Масочкой довольно, да, перед выходом, перед какой-то вечеринкой нанести маску, при том, которая будет долго держать эффект. Прекрасно, здорово. Но вот это все, я не очень уверена, что это какое-то праздничное. Да, вот согласитесь со мной, что это все-таки просто какой-то такой повседневный уход. Нету в этом ничего такого праздничного. Я бы даже предпочла какие-то патчи, да, может быть, это, да, праздник, вот и надо выглядеть хорошо, нанесла какие-то патчи. Какие-нибудь, ну, про мейкап я вообще молчу. Хотя, знаете, если бы нам положили какие-то блестки, я бы тоже сказала бы, ой, сколько можно блестки, уже они были и там, и сям. То есть, окей, это не надо. Но все равно для меня это не очень праздничный продукт. Кстати, сейчас я вспомнила, у многих девочек я видела из ухода для волос, у многих был этот сухой шампунь, а мне положили вот крем. Бальзам. Но у меня вообще-то есть этот сухой шампунь. Просто мне кажется, что сухой шампунь больше подходит под тематику. В общем так, мысли вслух. В общем, вы поняли, да, что я не в диком восторге в плане подходящих средств под тематику праздника. Тут у нас еще вот такая карточка MAC на 15 евро. В прошлом году нам тоже положили. Я на нее купила, помню, шикарную палетку лимитированную на распродаже. И там не было никакого минимума, никакого минимальной суммы на покупку. А в этом году нам сделали минимальную сумму 40 евро. К сожалению, да, то есть тут надо что-то на 40 купить, чтобы скинули 15. Жалко, потому что в прошлом году просто приходишь 15 и все, и там добавляешь, если что-то надо. Я помню, я купила палетку лимитированную прямо в бутике MAC. Она стоила типа что-то а-ля 19 или 16. Я помню, я какую-то мелочь добавила. И все, и пошла очень довольна. Очень была довольна. В этом году не так все круто. Ну и тут у нас еще HelloFresh, как обычно. Куда же без него, даже в Рождество. Все, мне кажется, я вам все рассказала. Боксик так себе, не самый-самый волшебный. Но ничего страшного, у нас зато адвенты есть, да, которые нам поднимают очень-очень круто настроение. Спасибо, что были со мной, и до скорых встреч. Пока-пока!